До начала 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» осталось чуть больше месяца. Оргкомитет продолжает активную подготовку к историческому для Приморского края событию. В рамках организации масштабного мероприятия «Владивосток» из Ирана прибыл генеральный секретарь Международной ассоциации «Кураж» господин Махамад Реза Насири. Турнир пройдет во время игр в спортивном комплексе «Молодежный», где все любители этого вида борьбы смогут наблюдать за ходом поединков. На сегодняшний день у нас порядка 10 команд по «Кураж», которые изъявили желание соревноваться. В возрасте 13-16 лет спортсмены показывают хорошие результаты. Всего будет более 100 участников. Также будем приглашать ребят из Саудовской Аравии и Индии. Я надеюсь, что они присоединятся к нам. Помимо посещения спортивных объектов, генеральный секретарь встретился с заместителем дирекции игр «Дети Азии» Михаилом Сивцевым. Представитель Международной ассоциации поделился своими впечатлениями о поездке и внес небольшие корректировки в расписание проведения соревнований по кураж, а также уточнил вопросы, связанные с логистикой спортсменов. Мы в рамках Международных игр «Дети Азии» при вашей поддержке популяризируем данную борьбу. На сегодняшний день представители стран действительно желают принимать участие. Но вот хотелось бы, чтобы данное развитие продолжалось. И в этом, во-первых, пожелаем вам успехов, чтобы мы совместно эту работу популяризировали, популяризацию дальше проводили вместе. После официальных встреч и осмотров объектов господин Насири отправился на встречу с тренерами сборной команды Приморского края по кураж. Он рассказал об основных критериях в судействе, поделился опытом ведения боя. Анна Дьякова, новости на 8.